Сегодня же в Одессе массовая драка на пляже Отрада. Столкновения произошли между активистами разных майдановских организаций, еще недавних соратников. Представители Автомайдана и Уличного фронта пришли помешать незаконной стройке на побережье. Здесь коммерсанты без каких-либо разрешений обнесли забором участок земли и успели вырыть траншеи под фундамент. Охранять застройку наняли другую патриотическую организацию под названием «Совет общественной безопасности». В итоге между активистами произошла потасовка. В конфликт пришлось вмешаться полиции. В результате задержаны 10 человек, но траншеи автомайдановцы все же засыпали. А ну разошлись! Давай-ка! Давай-ка!